Глава 20 книги пророка Иеремии. Когда Пасхор, сын Еммеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, мир вокруг, значит, слово Пасхор, но Магор Миссавив, но ужас вокруг. Ибо так говорит Господь: вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом. И предам все богатство этого города, и все стяжание его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их, и возьмут, и отправят их в Вавилон. И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь. И там будешь похоронен, ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. «Заявите», — говорили они, — «и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое». Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?